Мы на проспекте Мира и как будто переместились во времени на год назад, когда вся улица была перекопана и людям было неудобно ходить. Все это напоминало тогда такой дорожный квест. Я лично снимала не один сюжет, посвященный бардаку на главном проспекте города. Кое-где тротуар полностью перекрыт, так что людям приходится идти по проезжей части. Непонятно даже, где идти. Нам все обойти надо или как? Да, ну, чтобы по проезжей части не идти, желательно. Конкретно на этом участке в районе краевой администрации нет никакой навигации или указателей, как можно обойти ремонт. По проезжей части люди ходят. Вы с ними работу ведете какую-то? Обязательно. Ну а как, где им еще ходить? Временные трудности. В департаменте горхозяйства рассказали, все подрядчики уже предупреждены и в ближайшее время должны поставить ограждения, а также предупреждающие знаки. А подрядчиков, если они будут работать неаккуратно, например, разбрасывать повсюду песок, оштрафуют. Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 202-22-22. Пишите на WhatsApp и Viber, номера все те же. Анастасия Цыганова, Сергей Большаков, дежурная группа.